Почему бы посреди серой осени не устроить жаркие танцы в самом светлом уголке Москвы? Именно так сделали Пали и Эдуардо Росс во время съемок клипа на хит «Мало Бена», где побывала и наша съемочная группа. У нас жара, у нас лето, независимо от того, какая погода за окном. Вот сейчас дожди, снег, все вот это. Нет, где Эдуардо Росс, где Пали, всегда лето, круглый год. Нам жарко, смотрите, за окном минус 15 практически. Я не могу, у меня все цитрусы, это вот этот праздник, вот эта атмосфера. Трек, пропитанный летним вайбом, артисты выпустили в начале осени, и он сразу же нашел отклик в сердцах слушателей. И он такой активный, такой позитивный, мы кайфовали под него просто. Он причем сразу заседает в голове, то есть сразу я начала его повторять, постоянно петь. В общем, песня очень классная, мне очень нравится. Песня нравится всем. Вспомни, как мы выступили в Кубейс, и правда, мы только выступили, и народ сразу стал качаться. Ну, любят у нас испанские мотивы, ритмику. После вот этого выступления мы понимаем, что надо что-то сделать круче с этой песней. Поэтому сразу было принято решение снять клип на зажигательный бенгер. В ролике артисты передали летнее и солнечное настроение. Хотелось вот этой растительности. Как правило, в Москве это сложнее, чем, допустим, я как бы сам сейчас в Сочи проживаю, и там проще в этом плане. В Москве сложнее. Поэтому мы вот поискали студии, у нас было там две студии, но выбрали эту. Как вы видите, вот здесь есть латиноамериканское настроение. И здесь есть латиноамериканец, люди, именно наши трубач из Куба. Из Кубы. Есть из Пуэрто-Рико, есть из Куба, танцор, диджей. И мы собрали эту компанию специально, чтобы через видео показать наш драйв. Музыканты намекают, что, возможно, в ближайшее время запишут еще один фит. А пока продолжаем согреваться зажигательным латиноамериканским мотивом «Мало Бена». Y lo que tú quieres, yo no.